Привет, поехали дальше. Во-первых, я со вчера задолжал вам один важный пример про то, как энхансеры влияют на изменения, эволюционные изменения в морфологии. И этот классный пример про змей. Сейчас я вам покажу. Вы, наверное, все помните, каким образом развивается почка конечностей у позвоночных. Здесь у нас есть чудесный эмбриончик, вот это его почка конечностей. Почка конечностей – сложная структура, ее нужно складывать в нужном месте относительно передней и задней оси. Про то, как она туда попадает, мы еще поговорим, скорее всего, в следующий раз. Ну и саму эту почку конечностей тоже нужно размечать по-разному. То есть у него есть проксимально-дистальная ось, есть клетки, которые будут сидеть близко к центральной линии туловища, и есть клетки, которые будут сидеть далеко и делать, собственно, кончики пальцев, например, в случае позвоночных. У этой почки конечности есть передняя и задняя ось, и есть торзовентральная ось. То есть вы, если вы посмотрите там, на мою или свою ладошку, то увидите, что, окажется, что вот это вот ее вентральная часть, а это ее дорзальная часть. В очень упрощенном варианте формирование паттерна почки конечности происходит с участием самых разных путей проведения сигнала, в том числе один из этих путей, который занимается формированием паттерна вдоль передней и задней оси этой самой почки конечности, это путь проведения сигнала Hedgehog, который чуть ли не единственная сигнальная молекула, названная в честь мультяшного персонажа. Значит, в почке конечности есть так называемая зона поляризационной активности, которая находится вот тут, под мышкой, грубо говоря. Так. И это место, где экспрессируется ген Hedgehog. Hedgehog назван в честь вот этого ежа, Sonic Hedgehog. И вот здесь вот зародыш цыпленка и синим покрашенные клетки, в которых находится РНК этого самого Hedgehog. Hedgehog – это секретируемая молекула, и она играет много всяких разных ролей в ходе развития, в том числе и формирование паттерна почки конечности. И, в принципе, для образования полноразмерной почки конечности Hedgehog-сигналинг очень важен. У этого Hedgehog есть энхансер, который называется ZRS, что расшифровывается как Zone of Polarizing Activity. Zone of Polarizing Activity – это вот самая область экспрессии Hedgehog под мышкой. Zone of Polarizing Activity – Regulatory Sequence. Это дистальный энхансер, регулирующий экспрессию Hedgehog на заднем конце почки конечности. Если взять этот энхансер и его связать с минимальным промотором, то есть с этим связанным для РНК полимераза, и вслед за ним посадить генлагзет, то вы покрасите зону поляризационной активности и на передней конечности, и на задней конечности синий цвет за счет того, что бета-глуксизидаза будет конвертировать XGAL. Как вы знаете, у позвоночных конечности выглядят очень по-разному. У некоторых позвоночных конечности нет вообще. Например, у продвинутых змей. А у более таких просто древневыглядящих змей, вроде питонов, например, вроде или там боа, есть остатки поясов конечности. И оказалось, что наличие или отсутствие конечности у змей связано с наличием или отсутствием вот этого вот энхансера. Этот энхансер был охарактеризован у мышей. Вот он, мышиный ZRS энхансер гена Hedgehog, который находится аж в 850 тысяч пар оснований, собственно, от гена Hedgehog, старта транскрипции Hedgehog. Это то, что я вам говорил в прошлый раз про то, что ДНК приходится выпетливаться, иначе никак не эти самые дистальные энхансеры, подконтрольные им гены регулировать не смогут, потому что это просто очень далеко.
этому самому транскрипционным факторам, которые садятся вот на этот красный энхансер, нужно каким-то образом разговаривать с РНК-полимеразой, которая сидит на старте транскрипции на промоторе Sony-Hedgehog. Так вот, если взять этот самый энхансер и вырезать его при помощи технологии CRISPR-Cas9 genomic editing, значит, это самые эти вот молекулярные ножницы эндонуклеаза Cas9, которая направляется к месту разреза при помощи направляющих РНК, так называемых, образующих комплекс, создает двуцепочный разрыв, и можно взять две разных направляющих РНК, тогда у вас будет два разрыва, и вы таким образом можете заставить клетки устроить себе там гомологичную рекомбинацию и заменить мышиный энхансер Sony Hedgehog на тот же самый энхансер, взятый из кобры. И мышка рождается вот такая вот, то есть с ножками у нее и с ручками большие проблемы. Вполне себе такие культёрки. Да? То есть как бы заменили исключительный энхансер Sony Hedgehog с мышиного на змеиный, и получилось то, что они назвали serpentized mouse, как бы змеённая мышь. Дальше они стали рассматривать, каким образом этот самый энхансер Hedgehog выглядит у разных видов, и начали просто заменять мышиный энхансер на энхансер из других животных. Если заменить мышиный энхансер на человеческий энхансер, то лапки, что передние, что задние, получаются совершенно нормальные. То есть все равно, какой там энхансер, мышиный или человеческий. Если заменить мышиный энхансер на энхансер питона, то получаются сильно ущербные ручки-ножки. Но в отличие от кобры, у которой получаются небольшие ручки, но без кисти пальцев и вообще никакие ножки, на передней конечности у питона что-то там такое с энхансером питона, что-то там такое отрастает. Вот, то есть как бы редукция немного в меньшей степени. А вот если заменить мышиный энхансер Hedgehog на такой же энхансер, взятый из целоканта, то есть кистеперой рыбы, то опять-таки возникают совершенно нормальные ручки-ножки. А если его совсем делетировать, то, соответственно, ничего не растет. Собственно, так же, как и в случае с энхансером кобры. Оказалось, что у всех змей имеется в этом энхансере делеция размером 17 нуклеотидов, специфическая для змей. И тогда они решили, ну, может быть, это корреляция. Корреляция, это же у нас не обязательно причинно-следственную связь указывает. И тогда они сделали так. Они починили эту дырку. Они починили эту 17-нуклеотидную делецию, заполнив ее нуклеотидами, соответствующими нуклеотидами из мышиного энхансера. И вот вам, пожалуйста, прекрасная мышка с ручками, с ножками, у которой энхансер взят из змеи, но 17 этих нуклеотидов, которые у змеи отсутствуют, были заполнены 17 нуклеотидами, взятыми из мышиного энхансера. И вот они, ручки-ножки, вернулись обратно. Да. Энхансеры вообще с этим связаны транскрипционных факторов. Страшно важная вещь. И то, что энхансеры ткани специфичны могут быть, особенно у важных регуляторных генов, у которых плеотропные действия, это супер важно, потому что представляете, у того же самого Hedgehog масса всяких функций. Мы еще про это поговорим, но нарушение сигнального Hedgehog вызовет проблемы с право-левой симметрией. У вас все шансы родиться циклопом, если у вас сигнальный Hedgehog что-нибудь не так. Будут огромные проблемы с формированием мозга. Если вы насекомые, у вас не будут образовываться границы между сегментами. Да? То есть как бы, там огромное количество разнообразных функций у Hedgehog-сигналинга. И да, нейруляция будет происходить очень криво, потому что нейруляция позвоночных вызывается тем, что клетки хорды начинают
секретировать хедж-хог, который сигналит эктодермы, лежащие над хордой мезодермы, и их, эта самая эктодерма начинает выворачиваться. Так что хедж-хог сигналинг задействован в огромном количестве разнообразных путей, а тут его аккуратно убили только в почке конечности, и получилась, грубо говоря, змея, да? А ничего другое не испортилось. Поэтому роль энхансеров в образовании новой морфологии и мутации в энхансерах в образовании новой морфологии сложно переоценить. Так, это был мой должок с прошлого раза. Значит, транскрипционные факторы короткие, поэтому их легко случайным образом получить и посмотреть, что получится. Или, например, если не теряются, тоже, может быть, не страшно. Я это дело проскочу. Есть еще всякие разные вещи, которые влияют на возникновение новой морфологии. Я совсем не говорил про довольно модную нынче тему, про так называемые про гены сиротки или taxonomically restricted genes, то есть как бы гены, которые существуют только в какой-то определенной, не обязательно очень большой группе животных, а в соседней группе уже таких генов нет. Да? Например, есть гены, которые есть только у гидроидов, например, только у кораллов, или только у хвостатых амфибий, или наоборот, только у бесхвостых амфибий. Да? Это такие специфические для какой-то линии животных того или иного размера группы генов, которые часто выполняют какие-то важные функции. Если вам интересно прочитать про такие гены, вот есть относительно свежий обзор. Тоже не очень свежий, на 4 года. Так, теперь переходим, собственно, к теме сегодняшней лекции. Мы начнем сегодня с механизма формирования паттерна разбираться. Значит, что влияет на активацию тех или иных генетических программ? Мы в прошлый раз поговорили о том, что в клетке сначала была одна клетка, после этого было много похожих клеток, после этого похожие клетки вдруг стали непохожими. Что же заставляет разные клетки запускать разные генетические программы? Есть несколько правильных ответов на этот вопрос. Первый правильный ответ – это то, что в яйце находятся запасенные материнские молекулы, которые неравномерно распределены по плазме. Разумеется, вы все прекрасно знаете, что на начальных стадиях развития геном зиготы не работает. И зигота первые свои шаги эмбриональные делает с использованием материнских матриц. Переход от материнской к зиготической экспрессии, активации зиготического генома – это страшно важный процесс. Он у разных животных происходит в разное время. Раньше его всегда называли переходом средней бластулы, mid-blastula transition. Но после этого оказалось, что у разных животных это не обязательно на средней бластуле. И некоторые гены начинают экспрессироваться гораздо раньше. Поэтому сейчас используется термин maternal to zygotic transition, то есть как бы переход с материнского на зиготический геном. И вот эти самые материнские молекулы, которые могут быть там РНК-белки регуляторные, которые неравномерно распределены по цитоплазме зародыша и каким-то образом закреплены в разных частях яйца, они после этого во время дробления начинают попадать в разные бластомеры. И в результате, если речь идет об МРНК, в результате трансляции от МРНК оказывается, что, например, в одном бластомере есть какой-то определенный транскрипционный фактор, а в другом бластомере его нет. И когда дело доходит до зиготической транскрипции, то в одной клетке запускаются какие-то определенные гены, а в другой нет. Затем, помимо запасенных материнских инструкций, вот таких вот цитоплазматических, есть еще сигналы от других клеток. И, наконец, есть еще третий пункт – это физические воздействия, про которые я тоже почти не буду говорить, поговорю немножечко в следующий раз. Дело в том, что клетки друг с другом соприкасаются, они друг за друга держатся, друг по другу ползают, и
влияние механических воздействий на экспрессию генов одно время считалось очень важным, после этого считалось полным бредом, а сейчас оно доказано. Да? То есть как бы можно на клетку надавить или за клетку потянуть, и у нее случится изменение экспрессии генов. То есть, как бы, один из прекрасных примеров, которого я потом коснусь подробнее, это бета-катениновый сигналинг. Дело в том, что мы уже упоминали это дело, клетки друг с другом в эмбрионе связаны в первую очередь кадгериновыми контактами. Кадгерин внутри клетки связан с актином цитоскелетом. Белки, которые связывают кадгерины, их внутриклеточный домен с актином, это как раз-таки катенин, альфа-бета-катенин и еще там пара белков. И бета-катенин не только молекула клеточной адгезии, которая занята вот в этой формировании межклеточных контактов, но еще и транскрипционный кофактор, который в результате можно на клетку надавить и вызвать в клетке бета-катенин-зависимую экспрессию. Это очень любопытная вещь. Давайте сначала разберемся с запасенными материнскими молекулами. Про этого человека я уже говорил, это Конклин. В 1905 году он опубликовал статью в журнале экспериментальной физиологии, в которой он описывал мозаичное развитие яйца сцидий. Как вы, наверное, помните, презумптивная карта зачатков, помните, что такое презумптивная карта зачатков? Вы смотрите на яйцо и говорите, из этой части яйца у нас образуется эктодерма, а вот из этой части яйца у нас образуется энтодерма, он желтеньким покрашен. А вот из этой части, срединной части, экваториальной части яйца образуется мезодерма и вот здесь вот темно-синий нейральный эктодерм. Вот он сделал эту самую презумптивную карту зачатков для сцидий и посмотрел, как эти территории разделяются в эмбрионе. И оказалось, что в результате оплодотворения происходит мощная перестройка цитоскелета. Это то, о чем мы уже с вами коротко упоминали. Изначально его сцидийное яйцо было такое равномерно желтенькое. После этого в результате оплодотворения началась кортикальная реакция, и вся кортикальная цитоплазма вдруг резко стекла на вегетативный полюс яйца. Вместе, поскольку яйцо его было желтеньким, то он это увидел. Он увидел, что вегетативный полюс его яйца становится весь желтый. А после этого случилась вторая фаза кортикальной реакции. Это поворот примерно градусов на 30, который вот этот вот весь желтый материал взял и сдвинул на будущую стыль. Будущую дорсальную сторону клетки. И образовался у этой асцидии так называемый желтый серп. Вот его оригинальные рисунки из его статьи. Надо сказать, каждый раз, когда я вижу, как рисовали вот эти вот ветераны, у меня начинается чесотка, потому что, конечно, такая фотография так здорово это дело не передаст. И, конечно, если они ошибались, они также красиво рисовали свои ошибки, но, с другой стороны, если не ошибались, то уж так, прям-таки наглядно вообще. Невероятная красота. Вот этот самый желтый серп. И после этого, когда случается первое деление и дробление, у вас эмбрион разделяется сцидийный на левую клетку и правую клетку. У асцидий, может быть, вы помните, так называемое билатеральное дробление. И каждой левой клетке соответствует одна правая клетка. И меридиональное деление разделяет левую и правую клетки и делит этот самый желтый серп пополам. После этого еще несколько делений дробления следует за ним. И в результате образуются четыре клетки, в которые попадает вся вот эта вот желтая цитоплазма. И как оказывается, все эти клетки после этого дают мускулатуру хвоста личинки, головастика сцидии. Разумеется, нежелтая краска превращает клетки в мышцы. Я про это отвечаю на чей-то вопрос уже кратенько упоминал. Да? На самом деле, вместе с желтым пигментом туда попадает транскрипт
транскрипционного фактора мачо, цинкового пальца, который влияет на дифференциацию мышечных клеток. Но самое любопытное — это то, что вот эти вот четыре клетки, они выделяются невероятно рано. Да, то есть как бы, и вот, это вот, вот эти вот четыре клетки — это все клетки, которые сделают хвост, других не будет. Вот, собственно, реальные картинки развивающейся осцидии. Сначала вот это вот до сползания пигмента на вегетативный пояс, вот это вот после сползания пигмента и образования желтого серпа, который здесь выглядит красным. И, наконец, вот это вот эти вот четыре клетки, из которых будут образовываться мышцы, это готовый головастик. И, как вы видите, вот у него посередине такие светлые клетки, которые похожи на стопку монет. Это, собственно, хорда. А слева и справа от хорды будет цепочка красных клеток, которые мышечные клетки, двигающие хвост. Развитие асцидий было описано Конклином как мозаичное. И у этого для этого есть разнообразные подтверждения. Например, можно взять 64-клеточный зародыш, взять горячую иголку и проткнуть вот эти вот клетки, которые помечены желтым, да, здесь 10 клеток, и у вас получится головастик совершенно нормальный, но у него вообще не будет энтодермы. Да, то есть как бы он разовьется совершенно в нормальный головастик минус энтодерма. Поэтому-то развитие называют мозаичным. То есть как бы развитие этой самой энтодермы на стадии 64 клеток уже как бы полностью определен пул клеток, из которых будет образовываться энтодерма, их можно убить. И исходя из того, что весь остальной головастик развивается, все остальное в головастике развивается нормально, можно заключить, что эта самая энтодерма живет совершенно своей жизнью, никуда не сигналит и ни для чего больше не нужно. Она развивается автономно. Видим, что у этого головастика есть эктодермальная кожица. Вот эти вот длинные клетки – это вот эти вот самые клетки мышечные, которые двигают хвостом. Стопка монет посередине – это клетки хорды, а вот здесь вот все, что у него там есть остальное, там нейроны, мезенхимы, еще кое-что. Это не вполне так. У меня здесь я не стал в презентацию добавлять этот самый слайд, но представление о том, что у асцидий все мозаично и детерминировано, неверно. У асцидий, так же, как и у всех прочих животных, нечисто мозаичный способ развития. В ходе раннего эмбриогенеза происходит разнообразнейшая индукция. Например, сначала выделяется энтомезодермальный зачаток, который после этого путем сигналинга разделяется на энтодерму и мезодерму. Это клетки активно разговаривают друг с другом. Кроме того, вот энтодерму можно вот так вот убить, да? Но для того, чтобы образовался, собственно, вот такой вот удлиненный головастик, нужно, чтобы клетки нейроэктодермы, хорды и мезенхимы разговаривали друг с другом. То есть, как бы, да. Только что я вам сказал, что у вас асцидии мозаичное развитие, да теперь я вам говорю, что оно не мозаичное. И мы плавно переходим к сигналам от других клеток. Все, наверное, помнят эксперимент про организатор Шпемана, который сделал его аспирантка Хильда Мангельд перед тем, как она погибла при взрыве собственной духовки газовой на кухне. Но наш Шпеман потом, еще через 11 лет, получил за этот эксперимент Нобелевскую премию. Поэтому теперь, поскольку мода такая, считается, что Шпеман украл у Хильды Мангельд ее результат, на самом деле он у нее ничего не украл. Нобелевская премия не вручается посмертно, поэтому Хильда Мангельд не могла ее получить. Вот. И он к этим результатам имел полное прямое отношение, он был ее научный руководитель. Он велел ей сделать этот эксперимент.
Но, тем не менее, пересадка губы ластопора у тритона – это вот знаменитый эксперимент, давший Шпеману Нобелевскую премию. И отсюда пошла вся эта идея про эмбриональную индукцию. А до этого он еще делал эксперименты с индукцией глаза. И все, наверное, более-менее помнят эти эксперименты, но на самом деле это не первый эксперимент про индукцию. Первый эксперимент про индукцию сделала вот этого сурового вида женщина. Это Эфел Браун. Она была аспиранткой у другого великого биолога по имени Томас Хант Морган, который нам всем известен как дедушка мировой генетики. Но до того, как он стал заниматься мухой, он занимался гидрой и планариями. И вот его, эта самая аспирантка Эфел Браун, одна из первых женщин с докторской степенью вообще в Америке, сделала, она работала с зеленой гидрой, и она сделала эксперимент с пересадкой гипостома, то есть как бы около ротового конуса гидры, и вызванной этим индукцией второй оси тела. Дело в том, что у зеленой гидры есть в энтодермальных клетках сидят хлорелла, да, то есть как бы зеленые водоросли. От этого зеленая гидра, собственно, зеленая. И эту зеленую гидру, если на нее посветить сильным светом, белым, то все хлореллы у нее в энтодерме сдохнут, и она станет белой гидрой. И что сделала Эфел Браун? Она взяла из такой вот обесцвеченной гидры и пересадила на другую гидру гипостом, кусочек гипостома и одно щупальце. И вдруг из этой самой гидрореципиента выросла, грубо говоря, вторая голова, ну, вторая ветка такая. Да. И самое любопытное, это то, что эта ветка была не белого цвета, то есть она образовалась не из клеток донора, она образовалась из клеток реципиента. То есть вот эти вот белый кусочек заставил зеленую ткань делать не то, что ей положено, то есть как бы быть серединой тела этой самой зеленой гидры, а вместо этого решить, что теперь я голова, и будем мы делать теперь голову. Соответственно, вот это вот у нас зеленые щупальца имеются здесь. Это головная часть второй оси тела. И вот здесь она сливается с центральной частью. Это в чистом виде индукция, просто не эмбриональная. То есть одни клетки проинструктировали другие клетки, что вот теперь мы будем плясать вот так вот. Эта работа была опубликована. Этел Браун прожила 80 лет, и я думаю, что она была недовольна Шпеманом, потому что Шпеман, несмотря на то, что у него был авторский экземпляр статьи, вот, в которой она это дело опубликовала. Сейчас, подождите, я вам покажу. У меня даже есть. Вот. Этел Браун послала Шпеману свою статью «With compliments of Этел Браун». Да? Это статейка из личного архива Шпемана в октябре 2009 года. Он ее заполучил. Но в своей статье с Мангельд про пересадку губы ластопора он на Эфел Браун не сослался, злодей, потому что не сослался. Хотя стоило бы, потому что его эксперимент очень-очень похож. И как потом оказалось, даже молекулы, которые вызывают самоиндукцию, одни и те же. Итак, что сделала Хильда Мангельд? Она взяла, она работала с разными видами тритонов, и один был клиторис крестацет, который по-русски, кажется, гребенчатый называется, второй был клиторис тениатус, который теперь называется лиса тритон вульгарис, и как он по-русски называется, я не знаю. Но самое занятное, что у них отличаются по цвету и форме клетки. Поэтому после трансплантации вы можете отличить, какие части зародыша у вас сделаны из клеток донора, какие части зародыша сделаны из части реципиента. Сейчас я вам покажу маленькое кино, в котором Эдди Дерабертис, знаменитый биолог развития, работающий в Калифорнии,
свои гораздо более молодые, чем сейчас, годы, повторяет эксперимент Штемана, который вот здесь на картинке слева, и Мангель, который здесь на картинке справа. Вот это вот еще молодой дидроверсис, который вырезает дрожащими руками торсальную иглу бластопора из Ранигатовой. В данной ситуации лягушки, Ксенопс левис, и пересаживает ее в специально приготовленное окошко на вентральной стороне, то есть, грубо говоря, на живот, в том месте, где должна быть кожа живота, у зародыша реципиента. И через некоторое время образуется прекрасный двухголовый зародыш, то есть как бы у него это сиамские близнецы, у них общий, грубо говоря, только хвост в данной ситуации. Как бы у него полностью все дуплицировано. Так. Если вы пересаживаете дорсальную иглу бластопора в вентральное положение, у вас будет полная дупликация всех тел. Мы после этого то же самое проделали на моей актине, на нематостеле. Если пересадить нематостелу иглу бластопора на оральный конец, то у нее тоже будет полное удаление оси тела, и всем этим руководит вин-бета-катениновый сигналинг, о котором мы сегодня еще поговорим, что у лягушки, что у кораллов и актинии, что у морских ежей, и это вообще чуть не самая древняя система образования оси. Это мы еще сейчас увидим. Значит, сейчас я вам покажу оригинальную картинку. Это не оригинальная картинка, это картинка из учебника. Но это важная картинка из учебника, чтобы вам после этого можно легко было разобраться в оригинальной картинке. Смотрите, это поперечный срез через зародыш ксенопса, который уже пронейрулировал. Что мы здесь видим? Вот это вот... сейчас, подождите. Как-нибудь мне надо... Если удастся... И речь все потом, то будет просто замечательно. Вот тогда. А нет, вот. Значит, смотрите. Вот это вот. Вот это вот у нас. Вот, да? Так. Над ней находится нервная трубка. Вот это вот саниты, то есть параксиальная диафрагма. Дальше идет промежуточная мезодерма и мезодерма боковой пластинки, которая обрастает эпидермой. Вот здесь. Вот это вот все. Энтодерма. Как вы знаете, мезодерма боковой пластинки после этого расслоится на париетальный листок и висцеральный листок, и между ними образуется целом. Договорились, да? Значит, теперь давайте смотреть на оригинальную картинку из статьи Шпеман и Мангельд. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть энтодерма, которая нам не очень интересна. Это... О нет, вот это вот не стирается. Что ж такое? Одну секунду. Придется мне сейчас на минуточку
остановить. И снова начать. Больше так хулиганить не буду. Еще раз. Вот это вторичный срез через зародыш, который получил Сюхильда Мангальд. Попробуем это сделать просто указкой. Вот здесь вот, я надеюсь, вы увидите указку, это нервная трубка реципиента. Под ней находится хорда реципиента. Слева, справа смитры, и дальше начинаются промежуточные мезодермы и мезодермы боковой пластинки. Вот это вот в середине синенькое, это все энтодерма, богатый желком клетки. Вот это вот, смотрите, вторая нервная трубка, срезанная поперек. Под ней находится вторая хорда. Слева, справа от нее дополнительные самиты, и вот еще одна боковая пластинка. Если вы посмотрите вот сюда, вот, окажется, что клетки, которые я ввел красным, гораздо более светлые. Это клетки донора. То есть получается, что у нас индуцированная нервная трубка делается вся из клеток реципиента, так? А вот хорда в данной ситуации и один из двух новых хамитов индуцированных сделаны с участием клетки донора, которые отличаются по цвету, по размерам ядер. Соответственно, это то, как раз, что позволило Хильде Мангальд отличить, что из чего происходит. Что же это может быть? Что же там такое сигналит? Да? Ученик Шпемана Йоханнес Хольдфреттер, который в основном в 30-е годы отправился работать в США и, на счастье, как бы не попал под нацистов, и проработал там до конца жизни, он начал пытаться исследовать химическую природу этого индуктора. И он обнаружил, что клетки донора, которые Шпеман и Мангальд пересаживали на вентральный участок гастулы, можно, например, убить и пересадить дохлые. Можно их там заморозить или нагреть, или высушить, или даже денатурировать спиртом, что для меня до сих пор выглядит довольно странным экспериментом, потому что, в принципе, работать не должно, потому что сигнал белковой природы. Но тем не менее, значит, вот в 1933 году еще он показал, что вот эти дохлые клетки тоже могут вызвать дупликацию оси. Соответственно, мы имеем дело с каким-то химическим агентом, который вызывает образование эктопической оси на ненужном конце эмбриона, и каким-то образом клетки получают инструкции, заставляющие их делать не то, что им обычно приходится делать. Когда вы говорите про индукцию, тут нужно помнить, что индукция может произойти только при большом количестве разнообразных благоприятных условий. Во-первых, у вас должен быть какой-то организующий агент, какие-то клетки, которые секретируют какие-то сигналы, выделяют сигналы, заставляющие другие клетки на них реагировать. С другой стороны, клетки, которые реагируют, они должны быть способны среагировать. Вот здесь вот нарисована картинка. Это картинка из учебника Гилберта старого, 2006 года, но в новом, по-моему, до сих пор есть та же самая картинка. Это хорошая картинка. Как я вам уже говорил, глаза – это выросты мозга. Но не совсем. Потому что хрусталик образуется из так называемой оптической или глазной плакоды. Плакода – это такие утолщения эктодермы, кожи, грубо говоря, да, которые взаимодействуют, вступают в индуктивные взаимодействия с клетками промежуточного мозга в данной ситуации, да, глазного бокала, которые заставляют эту самую оптическую плакоду начать инвагинировать, после этого отделиться и сделать хрусталик. Так. Вот это вот глазной бокал, который заставляет вот эти вот клетки, грубо говоря, кожи инвагинировать и превратиться в хрусталик. Если вы
удалите глазной бокал, отрежьте его, то эти клетки как были клетками кожи, так и они останутся клетками кожи. Если вы в нужное место вместо глазного бокала подсадите какие-нибудь другие клетки, которые не выделяют те сигналы, которые выделяет глазной бокал, то никакой инвагинации хрусталика не произойдет. Если же вы возьмете глазной бокал и подсадите его под кожу куда-нибудь на шею, там тоже глаза не образуют. Не вырастут, потому что, ну, в смысле, хрусталик не образует, потому что клетки кожи в данной ситуации некомпетентны реагировать на этот сигнал. Да, у них нету соответствующих, вероятно, рецепторов на поверхности или еще что-то такое. Да. То есть, как бы, таким образом, должны быть клетки, которые выделяют индуктор, и должны быть клетки, компетентные к его рецепции. Так. Следующий фрагмент будет про то, каким же образом клетки сигналят и каким образом они реагируют на сигнал. Как правило, за редчайшим исключением сигналы диффундируют, но бывают и сигналы, которые пришпилены, собственно, к поверхности клеток. Есть знаменитый путь сигнального дельта-ноч, в котором и рецептор, и лиганд – это трансмембранные белки, и, соответственно, сигнал происходит исключительно с соседней клетки. Да? Он не может, нельзя посигналить от головы к хвосту дельта-ночью, потому что и то, и другое, и дельта, и ночь – это белки, которые находятся прямо на мембранах. Только клетки, которые находятся в непосредственном соприкосновении, таким образом могут друг с другом разговаривать. Лиганд связывается с рецептором на мембране клетки. Как правило, на мембране у этого опять-таки есть исключение, потому что, например, рецепторы, существуют так называемые ядерные рецепторы, например, рецепторы стероидных гормонов. Это транскрипционные факторы. Дело в том, что стероидные гормоны, они проходят через мембрану. И для них мембраны проницаемые. Соответственно, их рецептор сидит уже в ядре. Собственно, может сразу напрямую реагировать на стероидный гормон и связывать энхансеры генов, которые находятся под его регуляцией, и действует уже, собственно, как транскрипционный фактор. Но, тем не менее, большинство лигандов – это вещества пептидной или белковой природы, и для них существует мембранный рецептор. Значит, когда рецептор связывает лиганд, что-то с ним происходит. Да? Значит, он каким-то образом меняет свою конформацию. И в ответ на это изменение запускается каскад внутриклеточных происшествий, в конце которого стоит какой-то транскрипционный фактор, который изменяет свою активность. Либо он что-то включает, либо он что-то выключает, либо он каким-то образом бывает профосфорилирован или разрезан, или еще как-нибудь что-нибудь с ним происходит, в результате чего он меняет свою активность. Результатом этого самого сигнального действия этого самого сигнального каскада является изменение в активности тех или иных генов мишени. И тут, наконец, мы пришли к определению того, что такое морфоген. Морфоген – это диффундирующая субстанция, которая запускает разные ответы в зависимости от своей концентрации. Так. То есть разные концентрации морфогена, скажем, в межклеточном пространстве, будут вызывать у клеток, которые компетентны к тому, чтобы прочитать этот сигнал, разные ответы на уровне экспрессии генов в них. Отличную иллюстрацию действия градиента морфогена придумал сначала южноафриканский, а после этого английский биолог Льюис Фолперт, который помер в прошлом году. И это называется модель французского флага. Представьте себе, что у вас есть клетки, которые производят какой-то морфоген. В данной ситуации это только вот эта вот клетка. Значит, и морфоген диффундирует и формирует такой вот экспоненциальный градиент. Если клетки ощущают концентрацию этого морфогена вот от этого порогового значения и выше, то они принимают какую-то определенную клеточную судьбу один. В данной ситуации это будут синие клетки.
Если они оказываются в концентрациях морфогена между вот этими двумя порогами, они принимают судьбу 2, вот эту вот белую судьбу. Если концентрация этого морфогена ниже этого порога, то они становятся клетками с клеточной судьбой 3, в данной ситуации красной. Так. Поэтому и французский флаг. А типичным морфогеном является тот самый хищок, сонный хищок, о котором мы говорили в начале сегодня. Значит, как я уже говорил, хищок – это важный регулятор дифференциации нервных и мезодермальных клеток. Он запускает нейруляцию, он запускает формирование пальцев, он страшно важен для формирования лица нашего, и рыбьего и птичьего. И, как я уже говорил, хедшок один вместе с Wnt, Wingless, который называется у дрозофила, является основным регулятором образования границ между парасегментами у насекомых. И не только у насекомых. И как же он работает? Я вас сейчас напугаю немножко вот этим самым. Хедшок, рецептором хедшок служит белок, который называется patched. И у этого белка patched есть такой рецептор, который называется smoothened. Если хедшок с patched не связан, то patched ингибирует smoothened. В результате всяких сложных пертурбаций внутриклеточных, о которых я сейчас не буду подробно рассказывать. Транскрипционный фактор, который у дрозофила называется cubitus interruptus, а у позвоночных называется гли, специальным образом разрезается, фосфорилируется и разрезается, и вот эта вот половинка гли для разрезания идет в ядро, и там действует как транскрипционный репрессор генов, который регулируется сигнальным хедшок. Если же хедшок связывается с patched, то patched перестает репрессировать свой корецептор smoothened, и тогда cubitus interruptus, он же гли, целиком идет в ядро, и дальше запускаются гены мишени, которые в данной ситуации были репрессированы. Вернемся к вот этой вот картинке, и в данной ситуации теперь подумайте. Вот у нас есть красные вот эти вот клетки под мышкой, которые экспрессируют Sonic Hedgehog. И поскольку Hedgehog – это секретируемый белок, диффундирующая молекула, он образует градиент концентрации с, максимум, с максимальной концентрацией на задней стороне почки конечности, с минимальной концентрацией на передней стороне почки конечности. Если вы, вот этот цыпленок, если вы возьмете и пересадите эктопическую зону поляризационной активности, вот те клетки, которые производят Sonic Hedgehog, на передний конец почки конечности, у вас эта конечность дуплицируется. Вот здесь вот цыпленок, у которого четвертый палец, третий палец, второй палец, второй палец, третий палец, четвертый палец. Да. То есть вы получаете, собственно, зеркальное отражение этой самой конечности. Если вы будете пересаживать разное количество, ну, представьте себе, что когда вы делаете пересадку, вы можете пересадить шматочки тканей разного размера. Если вы пересаживаете практически целую зону поляризационной активности, то у вас будет полная дупликация. Если брать, вот, считать пальцы, грубо говоря, будет четвертый палец, третий палец, второй палец, третий палец и четвертый палец. Если вы возьмете поменьше шматочек этой зоны поляризационной активности, у вас будет третий палец, четвертый палец. То есть ваша пересадка превратит второй палец в третий палец, потому что он будет чувствовать больше хедшок. Если вы возьмете 20% этой зоны поляризационной активности, то у вас будет третий палец, потом второй палец, потом снова третий палец, потом четвертый палец. Если совсем немножко этой зоны поляризационной активности пересадите, то будет второй палец, потом еще один второй палец, третий, четвертый палец. Вы можете этот эксперимент сымитировать, если вы вместо того, чтобы брать кусочки зоны поляризационной активности в качестве донора, будете подсаживать просто шарик латексный, который вымочен в белке Sonic Hedgehog. И в зависимости от концентрации
этого самого Sonic Hedgehog, в котором вы будете вымачивать свой латексный шарик перед тем, как его подсадить в почку конечности, у вас будут образовываться в этой почке конечности разные пальцы. Совершенно так же, как будто если вы пересаживали, как будто вы пересаживали бы разного размера кусочки этой зоны поляризационной активности. То есть вы можете себе представить, что у вас в этой самой почке конечности, пленка удобная, потому что в ней количество пальцев ровно такое же, как количество полос на французском флаге. Да? Вот три. И вот вы взяли и удвоили себе этот самый французский флаг. Вот у вас есть градиент концентрации этого самого хедшота и два порога. Выше верхнего у вас образуется четвертый палец, то есть как бы самый задний. Между верхним порогом и нижним порогом у вас образуется третий палец, то есть средний. Дальше образуется второй палец. Должен вам сказать, что у цыпленка три пальца. Да? То есть как будто первый и пятый там не имеют крылья. Значит, и, соответственно, если вы пересаживаете, вы просто дуплицируете этот самый градиент, и образуется дупликация. Это не только экспериментальная ситуация, такие ситуации бывают вполне себе в жизни. Вот если у вас есть знакомые с полидоксилией, которые бывают в разной степени выраженности, то можете сообщить этому человеку с удовольствием, что у него нарушение сигнального Хичхока. Детская ручка, у которой пятый палец, четвертый палец, третий палец, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец. Да? Полная дупликация. Только большого пальца нет. А здесь, например, дуплицировался... Говорят про ногу мизинец. Наверное, мизинец ноги. Как-то указательный палец ноги звучит странно. Так. Дальше. Вернемся к тому, как клетки интерпретируют сигнал. Представьте себе, когда вы думаете про всякие биологические взаимодействия, не нужно думать про это как про какие-то стабильные взаимодействия. Считайте, что вот у вас есть прыгающий шарик, да, и каждый раз, когда этот самый шарик стукается об землю, что-то происходит. Происходит какое-то взаимодействие. Да, то есть, как бы, это у вас лиганд связался с рецептором, предположим. А после этого он уже с ним не связан. Либо потому, что рецептор интернализовался, значит, его там больше уже нет ни лиганда, ни рецептора. Либо он самый лиганд отлип и так далее. Да. То есть, да, понятно, что если морфогенов в среде много, то вот этих вот единичных случаев связывания лиганда и рецептора, частота этого самого связывания будет больше, чем если количество морфогенов в среде мало. Да? Но это не то, что он там на винтах сидит, на этом самом рецепторе. Да? То есть как бы это статистический вероятностный процесс. Связан рецептор или не связан. Просто вероятность того, что рецептор связан лигандом в малой концентрации морфогена, меньше, чем в ситуации, когда в среде морфогена много. То же самое и про последующую передачу сигнала. Да? То есть как бы связывание лиганда с рецептором вызывает каскад внутриклеточных событий, в результате которого транскрипционный фактор, я здесь для простоты нарисовал, вы не представляете, сколько у меня ушло времени на то, чтобы нарисовать эту картинку. Значит, здесь все вторичные посредники я пропустил, и у меня просто есть транскрипционный фактор, который путешествует от рецептора до своего гена мишени. И вот каждый раз, когда он стукается о ген-мишень, то считайте, что у вас есть транскрипция. А когда он отскакивает, то значит транскрипции нет. Соответственно, если у вас среди лиганда больше, так, то вероятность того, что энхансер гена А, реагирующий на транскрипционный фактор, вот этот вот красненький, будет активировать транскрипцию гена А больше, чем если морфогенов среди меньше. Да, чем больше морфогена, тем больше с большей вероятностью случится на него реакция. Так, теперь важная вещь. И важная вещь – перерыв. Я думаю, что для всех, для вас, особенно с появлением телефонов с хорошими фотоаппаратами,
хорошо известно, что если вы кого-то снимаете, фотографируете, например, в сумерках, да, то если вы, например, фотографируете портрет человека в сумерках, то если хорошо видно лицо, то тогда у вас небо белое. А если красивый закат, то тогда лицо черное. Дело в том, что есть такая штука, которая называется динамический диапазон, наверное, по-русски, dynamic range. Да? Значит, смотрите, какая штука. Это вполне приложимо к морфогенам и к сигналам, и к градиентам сигнальных молекул. Представьте себе, что у вас есть ось, какая-то ось почки конечности. Один конец почки конечности и другой конец почки конечности. И у вас вот есть градиент того же самого Sonic Hedgehog, предположим. И вот это вот задний конец почки конечности, где этого самого Sonic Hedgehog много, это передний, где его мало. Если вы перейдете вот от этой концентрации, если вы перейдете из вот этой позиции почки конечности вот в эту позицию почки конечности, этому будет соответствовать очень большой скачок концентрации хедхог. Так. Но если вы на такое же расстояние отойдете в передней части почки конечности, то разница в концентрации хедхог будет очень маленькая. Таким образом, вот эти две клетки хорошо будут понимать, где они находятся. А для этих клеток, хотя между ними такое же расстояние, как между этими двумя клетками, разницы в концентрации хедхог не будет практически никакой. Да? Что же с этим делать? Получается, что чем дальше от источника морфогена, тем более неточной является координата, которую задает концентрация этого морфогена. Для этого используется обычно в биологических системах два противонаправленных градиента морфогена. Вот здесь вот чудесный совершенно пример того, каким образом нервная трубка позвоночных, в данном случае опять цыпленок, подразделяется на участки, пространственные участки вдоль своей дорзовентральной оси. Дело в том, что на дорсальной стороне нервной трубки, странно, не хочу вас смутить после этого, потому что я буду говорить, что позвоночный BMP-сигналинг – это вещь, характерная для вентральной стороны, но это на более ранней стадии. А вот когда нервную трубку надо разделять на участки, то BMP-сигналинг у нее имеет максимум на дорсальной стороне нервной трубки. И вот образуется градиент BMP-сигналинга от дорсальной стороны к вентральной стороне, противонаправленный ему градиент сигналинга хедхог того же самого от вентральной стороны к дорсальной стороне. И что же получается? Получается, что эту самую нервную трубку можно разделить на очень точные участки. Если у вас была классная работа в 2017 году, которая показала, что они померили экспериментально при помощи моделирования, они померили, каким образом накапливаются вот такие вот ошибки координаты в зависимости от того, сколько BMP-сигнала или сколько Sonic Hedgehog-сигнала получают клетки в том или ином месте. И оказалось вот что. Значит, фосфосмат – это транскрипционный фактор, который реагирует на BMP-сигнал. А вот это вот это способ считать хедхог сигнал. Так что вместо этого можете написать BMP, а вместо этого можете написать хедхог. Оказывается, что чем дальше от источника BMP, тем сильнее растет позиционная ошибка. Да? То есть как бы вот у вас вся нервная трубка, 0 – это позиция, где у вас источник BMP, 1 – это противоположный конец нервной трубки. Вот это вот зеленая штрихованная линия показывает уровень, на котором позиционная ошибка самоидентификации каждой клетки меньше, чем 3 клеточных диаметра. Да, то есть как бы клетка ошибется
в своем положении на 3 клеточных диаметра или меньше. И оказывается, что если у вас есть только BMP-сигналинг в нервной трубке, то примерно 30%, наверное, нервной трубки будет знать, где она находится, а 70% не будет. У нее будет накапливаться ошибка больше 3 клеточных диаметров. То же самое с скачок-сигналингом. Примерно 30% нервной трубки с другой стороны, сигналинг, который от вентральной части нервной трубки, знала бы, где она находится, а все остальные 70 не знали бы, где они находятся, эти самые клетки. А вот если их совместить, и есть два противонаправленных градиента, то оказывается, что по всей длине нервной трубки, по всей ее дорзовентральной оси, пространственная ошибка только в самой середине превышает 3 клеточных диаметра, и то не очень. То есть, как бы, если у вас есть большой шматок мяса, который нужно разделить на пространственные участки, то, скорее всего, вам понадобится не один градиент, который будет вам задавать пространственное положение каждой клетки, а два противонаправленных градиента, которые будут накладываться, и клетка будет считывать сразу два сигнала, и тогда она будет понимать, что с ней происходит. Так, перерыв. Чудесно. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. А в чате у нас есть два комментария к ходу изложения лекции. Григорий Евгеньевич, посмотрите, пожалуйста. Я вот смотрю. Такая же история изменения количества ребер связана с Хокс-генами. Я не понял, про что вопрос. Павел, вас не слышно. Павел там говорит, его не слышно. А, сейчас, извини, пожалуйста, да, я говорю, я выключил микрофон. Я вчера плохо, не очень внимательно слушал, и я помню, что вот это есть история с мутациями, да, вот вроде в Хокс-генах, тоже с изменением количества ребер. Это связанные истории или это разные истории? С чем связанные? Изменение количества ребер вот то, что ты описывал сегодня про SSH, да, про его промотор и про... А там с ребрами ничего, это самое. История про Sony Hedgehog была про то, что растут ножки или не растут. А, ты про ножки именно, да? Да, просто... значит, да. С изменением количества ребер была история про как раз-таки про Хокса, которая... Да. А, ну все. Все, окей. Ну, ладно, все. Просто вот эти вот змеи-мыши меня немножко смогут. Окей, ладно, я понял, это значит от меня просто немножко переклинило. Да. Второе, это мой комментарий про то, что ты, наверное, знаешь, это есть эта картинка не только с французским флагом, но и с американским, там, про компетенции клеток. Ну, это просто, это на самом деле, я думаю, что все, кто что-нибудь про это знает, наверняка помнят. Еще мне хотелось бы немножко развеять этот миф. Может быть, это вот ты сейчас говорил про развитие, да, асцидии как пример, в общем, детерминированного развития, да, и вот такой вот опыт с разрушением части зародыша, когда часть какая-то ткань там не образуется. Вот я помню, тоже опять же из учебников этот. Кто-то делал опыты с грибневиками, так, вот, оттуда, вот, примерно в такого же рода, когда там чуть ли не половину зародыша, дескать, разрезали и там прижигали, и вот, дескать, пол зародыша как-то только развивалось. Мне это очень какие-то старые истории, чуть ли не там Гансом Дришем. Или вот, нет, ты, там, пол зародыша было, это был Вильгельм Ру. И он даже был не с грибневиками, а с лягушкой. И потом там были еще подобные попытки с ежом. Да. Ну, может быть, с морской еж. Может быть, да. Может быть, не грибневики, а морской еж. Но это вот как вот современной точки зрения, это как-то вот выглядит все равно очень странно. Это как-то подтвердилось или это сейчас вот просто можно уже в историю записать и все. Нет, не надо ничего записывать, да, то есть как бы сейчас вместо горячей иголки используют лазер, и клетки лопают просто используя лазер. Да-да-да. И все работает. Единственное, что, как я опять-таки сказал,
до того, как выделилась энтодерма, она находилась в состоянии энтомезодермы, и для того, чтобы образовалась у вас среди энтомезодермы, требуется сигналинг. Да? То есть как бы клетки должны друг с другом разговаривать. Энтомезодерма определяется вин-бета-катениновым сигналингом. После этого в мезодермальных клетках бета-катениновый сигналинг должен выключиться, а в энтодермальных он остается работать, и после этого, поэтому энтодермальные клетки становятся энтодермальными, а вместе друг с другом они разговаривают при помощи дельта-ноч. Значит, То есть есть очень много всяких вот все равно межклеточного сигнала. Не бывает ситуации, когда нет межклеточных взаимодействий. Ну, окей, да. Можно представить, что они были бы только механические, но они, в общем, все-таки и регуляторные. Нет, они вполне себе сигнальные, да, они химические. Да, да. То есть, опять же, все-таки, подожди, я хочу, конечно, понять, вот если сделать этот опыт с разрезанием там морского ежа, да, так сказать, там эмбрион морского ежа, все-таки половина морского ежа не получится. То есть получится какая-то смесь. Если разрезать морского ежа вдоль анимальной вегетативной оси, то получится два морских ежа, просто половинного размера. Там происходит полная регуляция. То есть это регулятивный. Какой-нибудь совсем детерминированный вариант, когда ты, так сказать, вот, разрезаешь зародыш, из него получается как половина? Можно разрезать морского ежа поперек анимальной вегетативной оси. Uh-huh. И тогда из анимальных клеток образуется кусочек, такой ресничный шарик, из вегетативной половинки образуется нормальная личинка морского ежа. Хорошо, это есть примерно такая же история у Шпемана, про у него вот есть, кроме этого организатора, еще есть вот разрезание там тоже этого зародыша тритона тоже на разные части, там, да. с серым серпом как раз, да, вот что там. Материал серого серпа необходим для формирования нейроэктодермы, да, ну, как бы, если его нету, зародыш не образуется. Ну, вот это тоже такая классический эксперимент, да. Но, видишь, меня вот просто я немножечко не вот эту историю не до конца, историческую эту часть. Вот что вот, дескать, есть такое вот, ну, вот это спиральное дробление, да, и полностью детерминированный, дескать, вот такой вариант развития, когда ты можешь вот как ты описал, да, вот часть зародыша разрушить, и какая-то ткань не образуется. Но ты сейчас говоришь, что это, в общем-то, такая скорее даже среди нематод, у которых, да, так сказать, вот спиральное дробление, это, в общем, не совсем так, да, то есть это, в общем, так сказать, с некоторой натяжкой можно так только сказать, что то есть полностью детерминированного развития, в общем-то, ни у кого из живых организмов нет. Нет. Вот просто... Ладно. Вопрос, мне кажется, напрямую мне не получается задать. Да, то есть... Ладно, наверное, нам пора дальше. Да. Дается мне. Давай. Марин, мы устраиваем? Да, я думаю, что мы устраиваем 5-минутный перерыв, если нет больше вопросов. Ну, вроде как не появилось. Вот, и встречаемся в 18:45. Ну, окей, хорошо. Но это длинный... Это длинная ситуация, да, это как бы длинный рассказ. Существует много всяких способов искать энхансеры. Самый старый из до сих пор применяющихся – это то, что называется enhancer trap, ловушка энхансеров. Сейчас мне нужно нарисовать. Одну секунду. Может, ну его под запись. Хорошо, как скажете. Нет, ну просто... Да, в результате действия вот этих вот самых, простите, что мы задержались, в результате действия вот этих вот самых двух противонаправленных градиентов у нас создается ситуация, когда... В разных частях нервной трубки позвоночных запускаются разные гены-мишени, которые устанавливают после этого очень четкие границы. И вот эти вот очень четкие границы устанавливаются, как правило, на взаимной
взаимном транскрипционном ингибировании. То есть как бы задача, градиент всегда разметит ткань примерно. Но если вам нужна граница, которая в этой клетке есть, а в этой клетке меня уже нет, в соседней, да, с точностью до одного клеточного диаметра, то лучше всего это делать с использованием двух противодействующих транскрипционных факторов. Вот здесь, вот, например, у нас имеются границы, с одной стороны которой экспрессируется транскрипционный фактор NKX2.2, а с другой стороны в соседней клетке экспрессируется PAX6. PAX6 в тех клетках, где работает PAX6, выключает экспрессию NKX2.2, а NKX2.2 в тех клетках, где он есть, выключает экспрессию PAX6. Да, то есть как бы они взаимно друг друга транскрипционно выключают. То есть белки, белок NKX2.2 связывается с энхансером, регулирующим работу PAX6, и вырубает PAX6. И, соответственно, PAX6 связывает, белок PAX6 связывается с энхансером гена NKX2.2 в тех клетках, где есть PAX6, и его там выключает. В результате получается, что у вас такое вот взаимное давление этих самых транскрипционных репрессоров происходит, и устанавливаются очень четкие границы экспрессии. Уже понятно, что любой градиент морфогена может выстроить систему молекулярных координат, которая называется позиционными значениями. То есть, как бы это такие, это такой конструкт, да, некое определение, сделанное для удобства, позиционные значения, потому что нигде на зародыше никакие значения позиционные не написаны. Да. Но в зависимости от положения относительно вот этих вот самых градиентов морфогенов, у каждой клетки есть некий молекулярный адрес, который она может воспринять. Да. Это, грубо говоря, то, с какой силой, какие лиганды барабанят по ее рецепторам. И каким же образом позиционные значения проявляются в экспериментальной ситуации? Был совершенно очень старый, 1974 года, скоро будет 50 лет, да, как сделан эксперимент. Я, если честно, не помню, то ли это эксперимент сделал Френч и коллеги, то ли на сверчках, то ли на тараканах, в общем, какие-то насекомые. И что они сделали? Это, конечно, очень круто. Сейчас, одну секунду, я попробую опять рискнуть нарисовать. Такое главное вовремя ткнуть туда, куда надо. Вот смотрите, у этих самых сверчков-тараканов на лапках имеются шипики, которые все смотрят вниз. Если взять и приписать разным позициям этой самой лапки позиционные значения просто из головы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. После этого разрезать эту тараканью лапку, сверчковую лапку между 7 и 8, а другую сверчковую лапку между 3 и 4. И после этого пересадить 8 к 3. Да, таким образом получилась вот эта вот тараканья сверчковая лапка, у которой 3 позиционное значение и встречается с позиционным значением 8. Что происходит? Происходит так называемый интеркалярный рост. Интеркалярный рост – это значит, что будет вставлен вот этот вот желтый фрагмент и восстановится значение 4, 5, 6, 7. Да, то есть как бы восстановится недостающее значение, недостающее позиционное значение. Если же вы делаете обратный эксперимент. Вы взяли зеленую лапку, разрезали ее между 2 и 3. Вот тут вот. Так. И вторую синюю лапку вы взяли и разрезали между 8 и 9. Вот тут вот. И вы пересадили 3 к 8, только вы вот этот вот фрагмент подсадили вот сюда. Так. В результате у вас получилось так, что у вас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, позиционное значение. Получилось, что у вас 3, так же, как и в том случае, позиционное значение 3 встретилось с позиционным значением 8. То,
Что происходит? Происходит интеркалярный рост. Вставляются 4, 5, 6 и 7, чтобы восстановить полный спектр позиционных значений. Только вот для этого позиционного значения 3, если 8 для него здесь, это значит конец ноги для него вот здесь. Да? Вот здесь вот 3 встретилось с 8, если 3 и 8, это значит, что конец ноги снизу. А если 3 и 8 это в другом направлении сложены друг с другом, то тогда конец ноги сверху. И это можно видеть по направлению роста вот этих вот самых щетинок. На всей ноге они смотрят вниз, а в том, что интеркалярно вросло, они смотрят вверх по ноге, потому что как бы срастили 3 и 8. А там, где 8, значит, там же и конец ноги. Еще был прекрасный эксперимент, в котором взяли две лапки, разрезали посередине, а после этого, так же, как у наших конечностей, в этих самых тараканий-сверчковых конечностей, у них есть дорсальная сторона и вентральная сторона. И что они сделали? Они взяли и развернули вот эту вот вентральная сторона, вот это дорсальная сторона, вот это дорсальная сторона, вот это вентральная сторона. И в результате они сделали так, что вентральная сторона зеленой ноги встречается с дорсальной стороной синей ноги, так, а вентральная сторона синей ноги встречается с дорсальной стороной зеленой ноги. Где у нас встречаются на конечности дорсальная и вентральная поверхность? На кончиках пальцев. Так. То же самое у таракана-сверчка. Да? В результате эти клетки, встретившись, решили, что им не хватает кончика лапки. И они, как вы видите, с обоих сторон и на вентральной, и на дорсальной поверхности достроили себе лапку до самого конца, да, дважды, так, чтобы у них система позиционных значений не прерывалась. Да, то есть, чтобы у них было все время 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и так далее. Да. На мой взгляд, это очень хороший эксперимент. Как бы мне теперь все это стереть? Это не осталось на следующие слайды. Так. В случае эпиморфоза, помните, мы в первой лекции говорили о том, что регенерация, когда проходит, то каким-то образом животное узнает, чего ему нужно достроить. Вот если оно достраивает недостающий свой участок постепенно, позиционные свои значения, то это называется эпиморфоз. И в случае эпиморфоза позиционные значения восстанавливаются постепенно. То есть, как бы, если вы отрезали между 3 и 4, то у вас сначала образуют 4, потом 5, потом 6, потом 7 и так далее. Это, в принципе, довольно типичный способ регенерации, например, у позвоночных, но не только у позвоночных. Есть и обратная ситуация, которая бывает представлена, например, у гидры, которая называется морфолаксис. Морфолаксис – это значит, что вы, вас вот… А, да, для эпиморфоза необходимо деление клеток. А для морфолаксиса деление клеток вроде как не необходимо. Вы можете разрезать гидру, и после этого первое, что у нее происходит, это у нее восстанавливается полная система позиционных значений. Распределяется по тому, что от нее осталось, а после этого гидра начинает расти и достигает своего нормального терминального размера. При этом можно, например, вырезать из гидры кусочек из середины тела. Ой, кошка. Значит, этот самый кусочек середины тела будет прекрасно знать, где у него должна образовываться голова, где у него должна образовываться подошва. И он сначала сделает все позиционные значения, после этого он регенерирует себе миниатюрную голову и подошву, после этого эта самая гидра подрастет. Есть и промежуточный вариант, который мы видим у планарий. Планариями, регенерацией планарий начал интересоваться уже Морган, но еще до Моргана были любители в XIX веке.
Значит, в 1969 году Бранстед написал, что регенерация планарий демонстрирует такое невероятное количество фантастических феноменов, что они могут заставить подумать, что планарийная регенерация происходит путем колдовства. Планарию можно разрезать как багет, и из каждого кусочка планарии вырастет прекрасная маленькая планария. И единственное, что не регенерирует, это участок перед глазами. Вот если его отрезать, то ничего не вырастет. И самый-самый кончик хвоста. Дело в том, что там у планария довольно уникальная биологическая система, потому что все клетки у планарии образуются из одного и того же пула предшественников, которые называют, у него тотипатентные стволовые клетки, которые называются необласты. Значит, из необластов планарии образуются просто все клетки планарии. Но впереди глаз их нет, необластов. Поэтому клоногенные необласты, которые умеют делиться и делать все производные, тотипатентная стволовая клетка, перед глазами их просто нет. Поэтому участок перед глазами не регенерирует. То есть он недостаточен для того, чтобы регенерировать все планарии. В результате ампутации, например, вот вы отрезали под глазами эту самую планарию, вот здесь вот, она начинает регенерировать голову. Как видите, здесь образуется вот эта вот светленькая бластема, регенерационная бластема, совершенно так же, как при эпиморфной регенерации, например, какого-нибудь аксолотля. И поверх этой бластемы на седьмой день вы видите, что появляются глазки. Не все так просто. Это не эпиморфная регенерация. Просто пигмент. Значит, что же там происходит? Томас Хант Морган, специалист по мухе, в конце 19 века еще провел ряд экспериментов по регенерации. Любопытно, да? То есть, как бы, вот статья 1898 года, это значит, ему тогда было, получается, 32 года. Молодой Томас Хант Морган, моложе, чем я, на 10 лет. Значит, Томас Хант Морган делал всякие эксперименты с регенерацией планарий и сообразил, что вот если вы берете, отрезаете планарии голову по линии отреза А, то клетки, находящиеся между вот линией А и линией Б, они знают, что им нужно регенерировать голову. А если отрезать по Б, то клетки, находящиеся между А и Б, знают, что им нужно делать хвост, хотя это те же самые клетки. То есть клетки могут быть те же самые, а то, что они будут делать, совершенно разные. Кроме того, он обнаружил, что для того, чтобы регенерировать что-то, совершенно не обязательно иметь все позиционные значения, которые есть в этом куске. Да? Можно разрезать планарию вдоль по линии А, и тогда у вас получится половинка, у которой есть все необходимые позиционные значения. Она может, как бы, если, грубо говоря, она делает свою половину, используя одну половину как шаблон для восстановления другой, то тогда, значит, это можно объяснить, предположим. Но это совершенно не так. Можно отрезать по Б, тем не менее, вот эта вот маленькая горбушка сумеет сделать все, что ей не достает. Кроме того, он обнаружил, что если вырезать кусочек между А и между Б, то образуются две бластемы. Так. И понятно, что из этих самых бластем образуется голова и хвост. Но он также обнаружил, что глотка, которая, как вы знаете, находится у планарии на брюхе, да, она образуется не из бластемы, она образуется из старых клеток. Да? То есть, как бы, она образуется из вот таких вот серых клеток в результате того, что у них меняется судьба. А что это значит? Это значит морфолаксис, перераспределение позиционных значений. Да? В результате получается, что у нас регенерация планарии – это такая смесь эпиморфоза и морфолаксиса. Потом он
дошел до того, что понял, что основная задача бластемы – это сделать, собственно, концы тела. Да? То есть, как бы, дать терминальное конечное значение, а все остальные позиционные значения будут интеркалированы. Вот это вот хороший иллюстрирующий эксперимент, к сожалению, старый, он из статьи 2003 года, но, смотрите, это другая планария, Дугези японика, японская планария, и у нее отрезали голову, и вот эти вот такие коричнево-красновато какие, фиолетоватые структуры – это клетки ее мозга. Да? То есть как бы это нейроны, покрашенные против гена, который называется PTE2. Он экспрессируется у нее в мозгах. И в голове планарий есть вот эти вот нейроны PTE2 положительные, но нету железистых клеток, которые экспрессируют маркер PN8. И вот эта самая голова регенерирует себе хвост. И через некоторое время поверх, грубо говоря, этих нейронов начинают образовываться, начинают формироваться клетки, которые PN8 положительные. А потом эти два маркера, мозговой маркер и маркер железистых клеток туловища, они как бы расползаются. Да? Они, их домены разделяются. И кончается дело в том, что образуется гораздо практически из материала исходной вот этой головы, которая вся была голова, образуется голова и туловище, так? И голова, соответственно, пропорционально уменьшается, и у нее появляются маленькие мозги, PTE2 положительные, а за головой находится туловище, в котором находятся железистые клетки, которые экспрессируют PN8. Так? То есть происходит морфолаксис в данной ситуации. И эпиморфоз, потому что образуется бластема, и нужно деление клеток, и морфолаксис. Если отрезать планарий голову и хвост, дать образоваться бластеме, и после этого еще раз отрезать эту самую бластему большого количества таких регенерирующих планарий, и слепить из этих бластем комочек, то образуется не целая планария, а образуется только комочек с большим количеством глаз. Соответственно, если взять много хвостовых бластем и смешать вместе, из них тоже не вырастает планария, из них образуется комочек, который хвост. Но если взять комочек из головы бластем и комочек из хвостовых бластем и слепить вместе, то образуется целая планария. Таким образом, понятно, что эти самые бластемы, они делают терминальные значения, а в остальном происходит интеркаляция. Если есть два терминальных значения, между ними можно интеркалировать целого червяка. Но если у вас есть только одно значение, то куда вам интеркалировать червяка, совершенно непонятно. И планария не справляется. Да, перед тем, как я перейду к следующему слайду, я вас призываю поискать статью из лаборатории Алехандро Санчеса Альварадо в Towers Institute for Biomedical Research. Они недавно обнаружили, что если на планарию надавить стеклом, то она разваливается как будто на сегменты, потому что она не сегментирована, червяк, она разваливается на определенные совершенно регулярные куски. Супер интересно. Так, да, значит, каким образом можно сделать сложные структуры, потому что у животных встречаются самые разные сложные структуры, которые можно после этого разбить на более простые, там ветвящиеся структуры, какие-нибудь спирали, какие-нибудь трубки. Как можно сделать вот такую сложную, как можно сделать такую, создать такую сложную систему информации? Если у вас есть один морфоген, то вы можете создать какие-то там системы полос, да? То есть как бы там французский флаг, или там голландский флаг, российский флаг, какой угодно флаг. Если у вас есть два морфогена, то вы можете создать что-нибудь сложнее, чем французский флаг. Но у этих всех систем есть недостаток, они не самоподдерживающиеся. Что имеется в виду?
Если у вас есть источник морфогена, вот с одной стороны градиенты, и после этого вы взяли и отрезали, в таком случае получается, что вот из этого участка у вас образуется вот такая ситуация, которая, у которой есть только синяя и белая полоса, а красная нет, за исключением тех случаев, когда происходит то, что называется скейлинг, масштабирование градиента. Такое бывает, и для этого есть механизмы, но про это мы сейчас говорить не будем. Из этого участка белая клетка через некоторое время, перестав получать сигнал морфогенный, вот этот самый, она превратится тоже в красную, в результате у вас будет плоская линия. Человек, который придумал, как это дело обойти, был Алан Тьюринг, великий английский математик, которого после войны, который прославился тем, что попал в Голливуд за счет того, что он работал в этой самой Блетчли Парк и расшифровывал шифр, использовавшийся на германских подводных лодках во время Второй мировой войны. Но для биологов он дорог моделью реакции диффузии. У него вообще человек с трагической судьбой, он был гомосексуальной наклонности, это тогда в Англии очень не одобрялось, его принудили к самоубийству. И он обнаружил фантастически интересную вещь. Он обнаружил, что если позволить морфогенам друг с другом взаимодействовать, то возможно создание регулярного паттерна из изначально шумной хаотической ситуации. Главное просто позволить морфогенам реагировать друг с другом и взаимодействовать. Значит, сейчас я попробую нарисовать, как это работает. Надеемся, что это все. Так, значит, предположим, у нас есть какой-то домен, какие-то клетки. И эти клетки у нас экспрессируют молекулу, которая некий морфоген, который у нас называется активатор. На каком-то базовом шумном уровне. Активатор, клетка, которая производит активатор, она находится на авторегуляции. То есть она говорит себе, давайте мы произведем еще больше активатора. Но если она производит активатор, то она еще говорит самой себе, а давайте мы еще произведем ингибитор. Вот он, ингибитор. И этот самый ингибитор, у него такое свойство, что он противодействует активатору. То есть карбон противодействует активатору. Очень простая схема. Активатор поддерживает сам себя, и он же поддерживает производство ингибитора, а ингибитор, собственно, препятствует действию активатора. А разница между активатором и ингибитором такова, что активатор плохо диффундирует, а ингибитор диффундирует очень хорошо. В результате, если у вас вот в этом месте, в результате случайной флуктуации вдруг образуется маленький пик производства активатора, то этот пик начнет расти и расти и расти и расти. Но вместе с этим в этом же месте будет запускаться производство ингибитор, предположим, ингибитор зеленый. Да? Чем больше там производится активатора, тем больше там производится ингибитора. Ингибитор, как мы помним, хорошо диффундирует. А активатор диффундирует плохо. В результате в том месте, где производится активатор, у нас произойдет активация. Но как только
ингибитор, грубо говоря, победит активатор, то действие активатора пропадет. Но ингибитор тоже, он же производится теми же клетками, что и активатор, он через некоторое время сойдет на нет. И, соответственно, через какое-то определенное, на каком-то определенном расстоянии из вот этого шума, из какого ссора, возникнет новый очаг активации. То есть, как бы, получается, что возникают периодические точки активации. Если вы подумаете, например, как растут листья на деревьях, или, например, ну, или там почки, или если вы подумаете, как растет какая-нибудь колония абелии, да? То есть, если вы возьмете колонию морского гидроида, да, вот у вас есть, плохо получилось, сейчас рисуем, скажем, о нет, что ж такое? Скажем, вот у нас есть абелия флексуоза, да? Вот она выглядит вот так вот. Это вот у нее вертикальные побеги с гидрантами. А вот здесь вот у нее гидролиза. Если вы проследите за этой гидролизой, окажется, что новые почки образуются исключительно с регулярными отступами друг от друга. И все потому, что это работает на этой системе реакции диффузии, и просто вот здесь вот ингибирование закончилось, и началась новая активация. А дальше, соответственно, и новое ингибирование. Реакции диффузии очень мощная система, которую не все математики любят. Нам нужно было смоделировать кое-чего для моих дел. И когда я спросил свою коллегу, которая для нас это делала, почему она не собирается использовать тюринговские, для этого делать тюринговские уравнения, хочет использовать другую математику, она сказала, что с тюрингом я могу смоделировать твою рубашку. Значит, и сказала, что нет, я бы лучше буду делать что-то другое. Значит, ну, у нее были там свои причины. Но, тем не менее, модели реакции диффузии прекрасно работают, прекрасно описывают формирование биологического паттерна. Например, вот здесь вот смоделировали регенерацию сегментных полос на брюхе Данио Рерио после того, как лазером вот эти вот темненькие меланофоры были убиты, и вы видите, вот здесь вот полоски прерываются. К сожалению, это негатив, да, то есть вам надо представить, что вот эти вот, здесь все черные полоски на самом деле белые, и модель реакции диффузии предсказывает, что вот соседняя полоска будет сюда вот прогибаться, после этого здесь образуются такие бульбочки, и они так замкнутся. И это вот она прогибается, после этого они замыкаются. То есть модель реакции диффузии прекрасно описывает биологические паттерны. Вышла книжка, в которой рядом поставили настоящую ракушку с каким-то рисунком и смоделированную ракушку. Настоящая ракушка, улитка, да, раковинка улитки. Смоделированная, настоящая, смоделированная. Огромное количество разнообразных паттернов расцветки, там на бабочках, на рыбах, на кого угодно, прекрасно описывается. И сразу виден, да, можно посмотреть на животное и сказать, о, это тьюринговский паттерн. Единственное, что Тьюринг не учел, и что было сделано после его смерти в 1972 году такими двумя немцами Гирером и Майнхардом, которые оптимизировали его модель, это у Тьюринга концентрации морфогенов могли становиться отрицательными. Он был математиком, был наплевать, потому что как бы, отрицательной концентрации не бывает. А эти вот Кирис Майнхард, они сказали, подождите, так не бывает, и, надо сказать, работа стала гораздо лучше. Если вам интересно, есть старый обзор, но после него уже было еще много чего. Так, значит, клетки реагируют на морфоген в зависимости от концентрации, то есть как бы, градиенты концентрации морфогена можно рассматривать как систему молекулярных координат. Самые
известные системы молекулярных координат, которые, о которых мы все время думаем, просто не думаем про них, как о системах молекулярных координат, это оси тела. Оси тела – это системы молекулярных координат, которые заставляют разные структуры развиваться там, где им надо развиваться, и не дают им развиваться там, где им не надо развиваться. То есть, как бы, я вот на хулигане нарисовал вот такую вот летучую мышь. Оси тела – это то, почему летучие мыши не выглядят так, почему у них передние конечности растут там, где должны развиваться передние конечности, а задние – там, где задние. Смотрите, что бывает, если увеличить количество осей тела. Вот у нас есть радиально симметричная медузка, это клиция хемисферика. Мы можем представить ее себе как некий цилиндрический объект. У нее есть одна ось тела, орально-аборальная, и, предположим, на этой орально-аборальной оси мы нарисуем 6 позиционных значений А, Б, С, Д, Е. Плюс у нее еще есть расстояние от центральной линии к краям. Значит, позиционные значения 1, 2, 3, 4. И, соответственно, в любую сторону будет 1, 2, 3, 4. Таким образом, 6 умножить на 4, у нас получается 24 уникальных координаты. У нас есть координаты, например, там 3, которые будут соответствовать позиции вот здесь, вот, и такой диск, который будет находиться в положении B и в положении 3. Если мы добавим еще одну ось, все меняется невероятным образом. Вот мы оставили, мы сделали из орально-аборальной оси, мы сделали переднюю заднюю ось. С теми же 6 координатами. Но вместо вот этих вот координат от центральной линии к краям мы сделали дорзовентральную ось. И с таким же отступом, как у нас был здесь, мы превратили это дело в координаты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Плюс у нас есть справа, клетки справа от центральной линии и слева от центральной линии. Получается, что альфа, бета минус бета, гамма минус гамма, дельта минус дельта. Получается уже 6 на 7 на 4, хотя правильно было бы 6 на 7 на 7, сейчас вот я подумал, потому что бета и минус бета – это не одно и то же. И сразу количество уникальных координат становится гораздо более крупным. Соответственно, если у вас появляется лишняя ось тела, количество позиционной информации, которая потенциально у вас сидит, гораздо больше, и можно сделать гораздо более сложный организм. У белотерий передние, задние и дорзовентральные оси зависят от, регулируются градиентами вин-бета-катенинового и BMP-сигналента. Сейчас мы быстро поговорим про эти вин-бета-катенинового BMP-сигналинг, и мы сегодня закончим. Значит, так называемый канонический или бета-катенинового вин-сигналинг очень важная вещь. Он в каждой бочке затычки практически, да? Он определяет место, где начинается гаструляция практически всех животных. Он регулирует орально-аборальное, формирование орально-аборальной оси у кнедарии, задне-передней оси у белотерии. Это вин-сигналинг, это цитокин, да, регулятор дифференциации. Что-нибудь там сломать, там, запустить этот самый вин-сигналинг эктопически, случатся всякие неприятности вроде рака кишечника. Страшно важный путь проведения сигнала работает следующим образом. На мембране в клетке сидит трансмембранный белок, который называется FreeTilt. Это рецептор WNT. Он 7 раз трансмембранный белок. И у него есть такой рецептор, который называется LRP5-6. Если WNT не связывается с FreeTilt. Например, если он ингибирован по специальным секретируемым ингибитором, который называется DCOP, то есть толстоголовый, или он же дурак по-немецки. Если WNT не связывается с FreeTilt, то что происходит? В цитоплазме плавает так называемый разрушающий комплекс, destruction complex, в котором есть несколько белков, актин, APC, кринкиназа 1 и гликоген-синтаз-киназа 3-бета. Цель этого комплекса – свободный цитоплазматический бета-катенин профосфорилировать, что вызывает его гликоценирование, разрушение на протеазоме.
В этом случае транскрипционный фактор TTF, который, как правило, у нас есть в клетке, связан с кофактором, который называется Groucho, и вместе они транскрипционный репрессор. Если же WNT связывается с FreeZoot, что происходит? Активируется вот этот вот белок Disheveled, который связан с плазматическими циклонцами FreeZoot. И этот самый Disheveled работает как губка, которая оттягивает на себя этот самый destruction complex. Вот, в том числе ГСК-3-бета, которая у нас главная киназа, фосфорилирующая бета-катенина, заставляющая его разрушиться. В результате цитоплазматический бета-катенин не фосфорилируется, идет в ядро, вытесняет оттуда Groucho и вместе работает с TCF как транскрипционный актив. Второй путь, который я в проведении сигнала, который упоминал, это BMP-сигналинг. BMP, то есть Bone Morphogenetic Protein, значит, фактор морфогенеза костей, это одна из сигнальных молекул из суперсемейства TGF-бета. И забудем на время о всех остальных TGF-бета, хотя они там суперважные тоже. И поговорим просто только про BMP. Значит, BMP у нас отвечают за формирование дорзовентрального паттернинга, за рост костей, за рост хрящей. Это тоже цитокины, регуляторы дифференциации, регуляторы апоптоза. Очень важные молекулы. Работают они таким образом. Здесь я нарисовал BMP одним шариком, но на самом деле BMP всегда димеры. Значит, BMP связывается со своим рецептором. Рецептор тетрамерный. Это там есть BMP-рецепторы первого типа, BMP-рецепторы второго типа. И в этом рецепторном комплексе две молекулы BMP-рецептора типа первого типа и две молекулы BMP-рецептора второго типа. Когда с ними связывается лигант, эти рецепторы сначала фосфорилируют сами себя, потому что они серинтрианинкиназы, а после этого они фосфорилируют такой белок, который называется SMAT158. Как только SMAT158, кошка, SMAT158, ужасно симпатичная кошка, как только SMAT158 фосфорилирован, он отлипает от белка, который называется FARA, и отправляется в цитоплазму, где на каждые две молекулы SMAT158 садится космат, который называется SMAT4, и вместе они формируют комплекс, который идет в ядро и регулирует экспрессию гена. Вот таким вот образом работает BMP-сигналинг в клетке, а вне клетки происходит просто оргия, потому что этот BMP-сигналинг регулируется огромным количеством разнообразных секретируемых молекул. Самое важное из которых – это хордин. Хордин всегда называют BMP-антагонистом, но это такой не очень, очень непростой BMP-антагонист. Обычные BMP-антагонисты, вроде ногина или полистатина, связывают BMP, и на этом конец истории. А хордин связывает BMP, но при этом BMP никуда не девается. Он в комплексе с хордином может диффундировать. И диффундирует он таким образом, что он диффундирует по межклеточному пространству, в которой находится большое количество, как правило, примерно равномерно экспрессирующиеся протеазы, металлопротеазы, которые называются толоид. И этот толоид – это такая протеаза, которая специфически разрезает хордин. Вот эти вот ножницы, которые здесь есть, это толоид. Если комплекс хордин BMP был разрезан рядом с источником хордина, то тогда большой шанс, что BMP не успеет связаться с рецепторами BMP на клетках и будет схвачен следующей молекулой, еще не разрезанной хордина. Таким образом, рядом с источником хордина, хордин в чистом виде ингибитор BMP-сигналинга. Но если хордин, комплекс хордин BMP в этом комплексе хордин будет разрезан далеко от источника хордина, то там не будет свободного хордина, и тогда BMP свяжется с рецептором и просигналит. Таким образом, около места своего, рядом с местом производства хордина, хордин – это антагонист BMP-сигналинга. А если ему удалось удиффундировать далеко от места своего производства, то там он агонист BMP-сигналинга. Такой вот твуликий Янус.
В результате возникает система, которая называется BMP shuttling. То есть, как бы, Кордин работает вроде как маршрутка для BMP. Например, в случае лягушки всегда говорят, BMP производится на брюхе, а Кордин производится на спине. На самом деле BMP производится и на брюхе, и на спине. На брюхе производится два BMP, BMP-4, BMP-7. И, соответственно, создают градиенты свои от брюха к спине, с максимумом на брюхе. На спине производится тоже два BMP, BMP-2 и ADMP. Но там же производится хординг, который их тут же хватает и начинает с ними диффундировать. Если его режут рядом с источником хордина, то сразу следующий хордин хватает и не дает сигналить. А если их режут на другой стороне, то они прекрасно сигналят. В результате образуется градиент BMP с максимумом на брюшной стороне, при том, что BMP производится и на брюшной, и на спинной стороне, но градиент будет... Одну секунду. Градиент будет вот такой. С максимумом тут. И с минимумом тут. О, нет. Что делать? Сейчас почти конец. Если вколоть в нормальной ситуации экспрессирующийся на спине хордин в один брюшной бластомер, то образуется двухспинный зародыш лягушки. Интересно то, что направление BMP-градиента, это последний фрагмент, который я на сегодня скажу, направление BMP-градиента отличается у первичноротых и у хордовых. И у первичноротых, и у хордовых передняя и задняя ось характеризуется максимумом винт-сигналинга на заднем конце. А вот что касается дорсовентральной оси, то у протостомий максимум BMP-сигналинга на спине, а у хордовых на животе. Когда-то в 1830 году такой французский биолог по имени Этьен Жофруа Сент-Илер обнаружил, что анатомически взаимоположение сердца, кишечника и центральной нервной системы у омара и у рыбы похоже, но перевернуто. То, что у рыбы на спине, у омара на животе. И он отсюда пошла гипотеза, которая до сих пор по-английски называется inverted lobster. Типа омар вверх ногами. Сент-Илер был осмеян, однако же, когда сейчас посмотрели на это дело более внимательно, оказалось, что если сравнивать, например, дрозофилу и лягушку, и у той, и у другой дорсовентральная ось регулируется BMP-сигналингом, и у той, и другой BMP-4 экспрессируется на одном конце, у дрозофилы BMP-4 называется decapentaplegic, вот она производится на тотальной стороне, вот она у лягушки производится на вентральной стороне. На противоположной стороне, на дорсальной, у лягушки производится хордин, у дрозофилы хордин, который называется short gastrulation, производится на вентральной стороне. Вот эти вот гены, которые здесь называются MSH, а здесь MSX, здесь он называется intermediate neurons deficient, здесь он называется GSX, здесь он называется ventral neurons deficient, а здесь он называется NKX2. Ортологи. То есть это одни и те же гены. Да? То есть, по сути, действительно вполне можно перевернуть лягушку. Так. Где же произошел переворот спинно-брюшной оси? Дело в том, что, как я уже сказал, у хордовых вентральный BMP максимум, у дрозофилы дорсальный BMP максимум. А что же у беспозвоночных вторичнороты? Оказалось, что и у иглокожих, и у полухордовых дорсальный максимум BMP, то есть как у дрозофилы. Получается, что вот этот вот переворот произошел в основании хордовых, так что наш живот на самом деле спина. Все. На этом деле я сегодня закончу. Простите, что я затянул. Это так получилось. Продолжим в следующий раз. Я готов отвечать на вопросы, если есть.
Но поскольку в чате нет вопросов, Павел, я думаю, вам слово. Ну, как всегда, вопрос про центры, конечно, организации все-таки, да, вот про морфогены поговорили сегодня, да, вот почему морфогены производятся только в определенных частях тела, откуда эти-то координаты берутся, вот это вопрос. Ну, на части про это более-менее могу ответить. Значит, сейчас, подождите, нарисую. Приведу вам пример с лягушкой, но, как правило, у всех более-менее то же самое. Смотрите. Ой, что ж ничего не получается. Вот это вот яйцо лягушки. Анимальный полюс, вегетативный полюс. На вегетативном полюсе у вас запасен материнский белок Dechevel. Так. Угу. После оплодотворения, которое у лягушки попадает примерно вот сюда вот, происходит кортикальная ротация и образование этого самого серого серпа, который вы упоминали. То есть, как бы, после того, как сперматозоид инъектирует свою центросому, микротрубочки реорганизуются, и все сдвигается вот в эту вот сторону на 30 градусов примерно. В результате вот этот самый бешдешевел, который привязан адаптерными белками к микротрубочкам, оказывается вот тут. Так. Это материнский белок. Дешевелд, если вы помните бета-катенинный сигнал, то есть как бы винт связывается с Frizzled, здесь у него RP5-6, а вот здесь вот у него сидит Дешевелд. И Дешевелд занимается тем, что он подавляет destruction complex. Соответственно, бета-катенин идет в ядро и запускает там транскрипцию мишеней. В результате у вас вот здесь, вот в этом участке эмбриона, который соответствует дорсальным вегетативным состояниям, да. Запускается бета-катениновый сигналинг, и это место будет называться центром Ньюкупа. Окей, то есть Ньюкупский центр, он, собственно говоря... Значит, этот самый центр Ньюкупа, если вы возьмете этот бластомер, пересадите его на другую сторону зародыша, ровно так же, как шпионовский организатор, он у вас вызовет образование двуголовой лягушки. У вас получается вот такая ситуация. На будущей спинной части зародыша запускается бета-катениновый сигналинг. Вот так вот. На будущей вегетативной части зародыша у вас происходит ТГФ-бета-сигналинг, в основном основной там VG1 лигант, который запускает еще там транскрипционный фактор, как называется, VHT, и все вместе это запускает экспрессию нодал. Там, где VG1 и VHT присутствуют в одиночестве, там нодал сигналит не сильно. А там, где это перекрывается с бета-катенином, там нодал сигналит сильно. Так, получается градиент нодал вот такой вот. В результате ньюкуповский центр сигналит над собой, и из клеток прямо над ньюкуповским центром образуется организатор Шпемана. То есть, который будет находиться в дорсальной губе. Да, то есть как бы начинается с материнский детерминат, после этого как бы, все это дело как снежный ком. Угу. И это общая организация для позвоночных или вообще для всех? Вот такой вопрос. Значит,
позвоночные очень разные, да, то есть как бы, но в принципе... Позвоночные как раз более-менее организованная группа, ну да, там да, позвоночные, в принципе, очень разные, но тем не менее, организатор бета-катенин зависим у всех позвоночных, и после этого там, где есть бета-катенин, запускается нодл, там, где есть нодл, у вас есть, грубо говоря, дорзальная губа бластопора, неважно, как она называется, там, я не знаю, гензеновский узелок, там, или, там, не знаю, эмбриональный щиток, который там, или еще как-нибудь. У кнедарий то же самое, у морского ежа то же самое, у немертин очень похоже, хотя там чуть-чуть не так, да, там спирали в этом смысле немножко отличаются, потому что у них четко прослеживается роль бета-катенинового сигналинга в определении энтомезодермы, а что там с индуктивной способностью дорсальной губы бластопора или любой губы бластопора, там не вполне понятно, и кроме того, там есть этот самый пресловутый 3D-большой бластомер, который организатор. И, но он такой большой, что непонятно, каким образом это все действует. И кроме того, там вовлечен мап-киназный сигналинг, который не только бета-катаминовый. То есть там более сложная ситуация. Окей. Ну, то есть, по крайней мере, можно сказать, что для всех нормальных хордовых, в общем-то, это... Ну, универсальная модель. Слушай, спасибо. Хочется спросить, картинка-то, а картинка такой нету? Нету такой картинки. Какой? Ну, вот, который вот примерно сейчас рисовали. Верти есть. Я потом попрошу, Таня. Спасибо. Нет вопросов. Ну что, коллеги, я смотрю, что слушатели нас благодарят и потихонечку расходятся. Так что лектору большое спасибо. Большое спасибо. Не за что, не за что. Косылёк. Ты, Григорий Евгеньевич, к зубному сходил? Я шепелявлю? Да, ты второй день шепелявишь, я вот...